Кроль, брас, вольный стиль и баттерфляй. Минувшие выходные выдались горячими для любителей плавания. Во дворце спорта Анор прошло первенство по этому виду спорта. Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки от 7 лет и старше. Подробности в нашем материале. Три дня в бассейне дворца спорта «Норд» не смолкал стартовый свисток. Десятки заплывов, сотни соревнующихся. Более 200 юных пловцов приняли участие в первенстве. Я пока что мест никаких не занимала, но у меня уже есть 3 юношеских разряда. Вот. И много достаточно грамот. Сложно плаванием заниматься? В чем сложность? Ну, сложность иногда в том, что ты быстро устаешь на больших дистанциях. И вот баттерфляй еще довольно. Ну, мне сложно его плыть. Ирина занимается плаванием 5-й год. Уверена, что самая крупная победа у нее впереди. Вместе с ней сегодня за звание лучших спортсменов соревнуются 2 товарища – Илья и Владислав. За многолетние тренировки юноши знают, как достичь победы. Конечно, сложно. Много соперников, которые плавают быстрее, их надо догонять, получать свои результаты. Неподготовленному человеку как бы будет некомфортно плыть с более быстрым соперником, потому что они быстрее, сильнее, ну и как бы уже знают все преимущества и хитрости в этом стиле, в котором спрашивают путь. Традиционно на балконе места для болельщиков. Поддержать своих спортсменов пришли родители и друзья. За кого болеете? Мы болеем за своего старшего сына, за Максима. Он давно занимается? 5-й год плывет. И как результаты у него есть? Пока в десятке держится. Андрей с другом в группе поддержки своей старшей сестры Саши. Он верит, что она победит. Буду кричать и орать. Думаю, что она победит и займет первое место. Переживаешь? Очень. Думаю, что она потом тоже приедет и за меня будет тоже болеть. Первенство Дворца спорта «Норд» – это своего рода промежуточные соревнования. Спортсмены подтверждают, ранее полученные разряды стараются улучшить свои результаты для дальнейших побед. Сегодня увидим, есть улучшение или нет улучшения. Сравним результаты и будем дальше работать. По результатам открытых соревнований по плаванию первенства Дворца спорта «Норд» лучшие пловцы своей возрастной категории получили медали и грамоты. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».